Что делает крылатую машину истребителем? Скорость, маневр и огонь. Все это познали в бою летчики, которые пилотировали самый знаменитый самолет Николая Поликарпова И-16. Рассказ о его боевой биографии в фильме «Оружие». И-16 открыл новый этап развития истребительной авиации. Его появление привело к пересмотру основных представлений о самолетах этого класса. Правда, все достоинства скоростных истребителей стали очевидны не сразу. Требовались серьезные изменения в тактике и организации воздушного боя, в психологии летчика. Новый истребитель был принят на вооружение ВВС Красной Армии в 1934 году. Воевать ему пришлось уже через два года. Летом 1936 года СССР пришел на помощь Испанской Республике в борьбе с мятежниками генерала Франко. В Испанию отправились советские летчики-добровольцы. Одновременно республиканцам передали самолеты И-15 и И-16. На стороне франкистов воевали итальянские и немецкие части. Особую известность приобрел легион «Кондор», состоявший из 10 эскадрилей и 6 зенитных батарей. Немецкой авиационной техникой снабжались и летные части франкистов. Это были главным образом истребители-бипланы «Хенкель-51», по своим летным качествам сравнимые с поликарповским И-15. 9 ноября 1936 года И-16 впервые появились в небе над Мадридом. За первые два месяца воздушной войны советские летчики сбили 63 вражеских самолета. Еще столько же машин было уничтожено на земле. Появление советских истребителей-монопланов радикально изменило характер воздушной войны. Фактически И-16 стал первым в мире истребителем, способным перевести воздушный бой в вертикальную плоскость, уйти от карусели на виражах. У республиканцев истребители И-16 получили прозвище «Моска» — «Мошка». Сторонники Франко называли советский самолет «Боинг» за внешнее сходство с американскими истребителями и «Рата» — «Крыса» — за подвижность и агрессивность. Один из летчиков легиона «Кондор» так писал о встрече с И-16. «Мы вдруг поняли всю серьезность положения. Наши старые «Хенкель-51» были слишком медлительны по сравнению с этими новыми «крысами». Они поднимались выше нас и могли играть с нами, как им хочется». В целом И-16 в Испании зарекомендовал себя хорошо. Он оказался очень выносливым и живучим, был прост в обслуживании и ремонте. Однако боевая практика выявила и некоторые слабые стороны советского истребителя. В первую очередь, ему не хватало огневой мощи. Николай Поликарпов быстро откликнулся на запросы военных. Весной 1938 года в Испанию отправился «Супермоска» — истребитель И-16 тип 10. На нем вместо двух скорострельных пулеметов «ШКАС» установили 4. Отреагировал на успехи И-16-х и противник. Немецкое командование, обеспокоенное большими потерями, срочно пересаживало пилотов легиона «Кондор» на новейшие скоростные истребители БФ-109. Первые же схватки «Мошек» с мессерами показали, что машины примерно равны по боеспособности. Исход боя зависел только от личных качеств и уровня подготовки летчиков. Одним из лучших воздушных бойцов Испании стал пилот И-16 Сергей Грицевец. Грицевец Сергей Иванович, летчик ас, герой гражданской войны в Испании и боев на Халхин-Голе. Годы жизни 1909-1939. Родился в Минской губернии. Окончил Оренбургскую школу летчиков. За высокие боевые результаты первым в СССР получил звание дважды Героя Советского Союза. Гражданская война в Испании была еще в самом разгаре, когда И-16 появились на Дальнем Востоке. Императорская Япония стремилась расширить свои владения за счет Китая. В 1937 году Москва предоставила военную помощь правительству Чан Кайши. В Китай отправились советские летчики-добровольцы. Они воевали на поликарповских самолетах. И-16-е, которые здесь называли «ласточками»,
наилучшим образом зарекомендовали себя в схватках с японскими истребителями. Вражеские машины были серьезными противниками советских самолетов и не уступали им в скорости. На первый план выходили тактика и личное мастерство. Советские летчики в этом соперничестве превзошли противника. Японские истребители и бомбардировщики не рисковали появляться в небе Китая. Так продолжалось до 1939 года, пока советские летчики не были отозваны на родину. На этом бои между японскими и советскими самолетами в небе Дальнего Востока не прекратились. Конфликты в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол сопровождались ожесточенными воздушными схватками. Временами над полем боя находилось одновременно до 200 машин. Особенно хорошо показал себя новый вариант И-16, тип 18. И-16, тип 18, многоцелевой истребитель. Длина 6 метров, размах крыльев 9 метров, максимальная взлетная масса 1830 килограммов. Силовая установка, двигатель М-62 мощностью 800 лошадиных сил. Максимальная скорость 460 км в час. Практический потолок 9300 метров. Практическая дальность 485 км. Вооружение. 4 пулемета калибра 7,62 мм, 2 пушки калибра 20 мм. Мощность силовой установки повысилась до 800 лошадиных сил. Соответственно, возросла и скорость. Усилилось вооружение. К двум имевшимся на борту пулеметам конструктор добавил еще два. Испытывалось на И-16 и совсем новое боевое средство – реактивные снаряды. В августе 1939 года отгремели бои над Халхин-Голом. Но боевая биография И-16 на этом не закончилась. Впереди была Великая Отечественная война. К этому времени И-16 устарел. На смену ему уже поступали новые машины – Яковлева, Лавочкина, Микояна. Однако И-16 по-прежнему оставался самым массовым советским истребителем. В отличие от новых Яков и Мигов, он был хорошо освоен летчиками и техниками. Поэтому с начала войны именно И-16 стал основным защитником советского неба от самолетов Люфтваффе. С немецкими бомбардировщиками истребитель Поликарпова справлялся без особых проблем. Порой И-16 выходил из боя победителем даже в тех случаях, когда отказывало бортовое оружие. Например, в ночь на 7 августа 1941 года Виктор Талалихин, защищая небо Москвы, таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик «Хенкель-111». А вот «Эмилю» новой модификации БФ-109 И-16 уступал почти по всем характеристикам. По сравнению, конечно, с самолетами немецкими, нужно прямо сказать, в вертикальном маневре уступали, в вооружении уступали, в горизонтальном манере превосходили. И одно спасение было, как только мессера, значит, садятся на хвост, вираж крутой. Вот это и спасение было. Именно такую тактику применял один из лучших советских асов – Борис Сафонов. Этот летчик служил на Северном флоте, был в морской авиации. Уже к осени 41-го года у него было 10 сбитых немецких самолетов с И-16. Он отменно стрелял. Просто, ну, виртуоз в этом деле был. И не было ни одного воздушного боя, вот, чтобы он не сбил 2-3 самолета. Записывал себе один. Все остальное отдавал ведомым. Вот такой эпизод. Значит, он пролетает и докладывает, что он сбил столько-то. Значит, он говорит, я один сбил, а второй сбил ведомый. Вот, товарищ капитан, я же не стрелял. Ты-то не стрелял, стрелял-то я, а кто мне хвост прикрывал? Ты сбил, мы вдвоем сбили. Вообще, И-16, управляемый умелым пилотом, был опасным противником. Немецкие летчики не считали его легкой добычей, и маневренного боя с ним старались избегать. В своем кругу немцы обычно говорили, что не нужно загонять крысу в угол.
имелось в виду известное со времен Испании прозвище поликарповской машины. В случае, если пилоты мессершмиттов изменяли этому принципу, результат схватки мог оказаться для них плачевным. Но и победы советских летчиков доставались дорогой ценой. Количество боеспособных истребителей И-16 на фронте постоянно снижалось из-за потерь в воздушных боях после налета вражеской авиации на аэродромы базирования. Со временем советские авиаполки стали пополняться истребителями новых конструкций, которые ни в чем не уступали и даже превосходили немецкие. Оставшиеся в строю И-16 все больше привлекались для выполнения других задач – штурмовки и бомбардировки наземных целей. В таком качестве они воевали с врагом до 1943 года. И-16 был первым в мире скоростным истребителем-монопланом. Как это всегда бывает с первыми, он стал своего рода эталоном для многих конструкторов, прямым и непосредственным предшественником многих советских истребителей. Дальнейшее совершенствование машин такого назначения шло по схеме, найденной Николаем Николаевичем Поликарповым. Росла только мощность двигателя, менялось и усиливалось вооружение. Немного найдется крылатых машин, которые оставили в истории мировой авиации такой яркий след. И-16 стал самолетом-шедевром, самолетом-легендой, достойным своего творца, короля истребителей Николая Поликарпова. Лучшей похвалой для этой машины стало утверждение пилотов. Тот, кто научился летать на И-16, может летать на всем.